Федерация туризма представляет. Это Алишканский лес, братишка. Алишканский лес, братишка. Побывали сегодня на объекте 1180, бывший командный центр для войск Варшавского договора. Очень интересное место оказалось. Нам понравилось. Я думаю, мы совершим туда еще заезды, но уже, наверное, с веревками поедем, потому что опустились вот с моим крестным до второго этажа. А остальные четыре этажа или три, которые доступны без воды, то они все лестницы срезаны. Объект очень интересный сам по себе. Завораживает вообще глобальность и объемность самого строения. Просто в глухом шалдонежском лесу. Ну что еще хочу сказать. Собрали немного грибов по ведерочку, так сказать. Для души. Беленькие, один в один. Я как я, а вот Виталий собирал вообще девственные. Федерация туризма представляет, присоединяйтесь, занимайтесь спортом, бросайте пить, курить, присоединяйтесь к нам.